Samsung запатентовала умный свитер. Предмет гардероба способен заряжать мобильные гаджеты. Южнокорейская компания Samsung запатентовала свитер, при помощи которого можно заряжать мобильные гаджеты, передает Let's Go Digital. По задумке компании, одежда будет накапливать энергию от движений в специальном аккумуляторе. Для этого на свитере будут установлены специальные датчики и процессоры, задача которых – собирать данные об активности человека. СМИ назвали сроки выхода флагмана Galaxy S9. В настоящее время неизвестно, каким будет объем аккумулятора, однако в патентной заявке отмечено, что мощность его будет небольшой. Ранее корреспондент Net сообщал, что компания Samsung недавно представила свою топовую раскладушку устройства, получила два дисплея и мощный процессор. По материалам сайта newsgro.com.